Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу свой заказ компании Avon по ноябрьскому каталогу. Вот так выглядит каталог. Выходит тут у нас новиночка Far Away Beyond. Но, к сожалению, пробников даже нету, поэтому я не брала. Многие, кстати, хвалят этот аромат. Я почему-то думала, что он будет такой убийственно тяжелый, но говорят, что он даже не очень-то и стойкий. Ну, не знаю, в общем. Ладно, давайте смотреть заказ. Кое-что из новинок я заказала. Декоративные косметики, новинки. Ну и, конечно же, из новогодней серии. Поначалу хотела заказать все. Всю линейку, но потом посмотрела декабрьский каталог. Некоторые средства там будут подешевле, как, например, спреи для тела. И я решила не переплачивать. И вообще, потом подумала, зачем мне опять столько пены, у меня и так в запасе достаточно. Ну, как бы новинки такие в этот раз, ну, все те же самые, можно сказать. Все это уже было, все это перелито, переупаковано. Ну, и все-таки я решила взять, в общем, две пены для ванны в шариках. Мне больше всего вот из всех заявленных понравился вот этот вот аромат. Ну, нравится пена с ароматом ванили и инжира. Ну, и за компанию, вот из-за оформления взяла клубнику со сливками. Ну, такая прозрачная, это тоже, ну, не кремовые они. Ну, мне, кстати говоря, не очень понравилось оформление. Могли бы вот и на весь шар сделать. Мне кажется, так было бы красивее. А так что-то вот коленю поставим. Также я взяла пену, новиночка тоже, такая парфюмированная пена с ароматом розы, ириса и нотами янтаря. Очень меня заинтересовала. Гель для душа я не очень люблю из этой, ну, с вот этим вот ароматом. Хотя многим нравится. И у меня как-то одно время брали его тоже часто. Ну, вот пена мне пену вот больше захотелось, потому что я люблю ванну с пеной принимать и хочу, чтобы как бы аромат витал в воздухе, пока я это делаю. Сейчас понюхаем. Ну да, аромат такой же, как у геля для душа. Приятный, почему бы и нет. Так, заказали у меня опять два геля. Мужских шампунь-гель с дезодорирующим эффектом «Энергия океана». Почему-то по два заказывают одинаковых уже. Второй каталог, наверное. Дальше я себе заказала вот мыло. В принципе, такое, ну, цена одинаковая, что в этом каталоге, что в декабрьском. С ароматом имбирного пряника. Давайте хотя бы мыло. Гель для душа буду брать в следующий раз, там подешевле будет цена, и спреи тоже. Ой, вкуснятина, правда, имбирный пряник. Я обожаю такие всякие ароматы, вот, выпечки и так далее. Классно вообще. И также не прошла мимо новиночки для ног. В этом году Avon нам все-таки выпустил новогоднюю лимитку. В прошлом году как-то почему-то не было никаких лимиток именно в серии Footworks. Ну и в кои-то веки что-то новенькое, а не опять повторение прошлого. Значит, с ароматом шоколада и лесного ореха я взяла восстанавливающий крем для ног с витамином Е. Также было представлено ванночки для ног и маска. Я думала, что маска может быть какая-то будет несмываемая, тогда в качестве крема можно будет взять. Но нет, маска, наверное, я так думаю, что такая же, вот как с лавандой была раньше, ну, которую надо вот сидеть, задрав ноги, ждать, пока она высохнет. Я решила не брать. Откроем и понюхаем. О, боже, какой вкусный аромат. Это разве можно на ноги мазать? Это надо на хлебушек мазать. Такая вкуснятина. Вообще прям действительно вот шоколадом с орехами. Супер.
Не знаю, может быть, даже я не буду ждать, пока у меня сейчас закончится там открытый крем. В следующем месяце, может, вот этот вот поставлю еще. Ну, посмотрим, в общем. И тоже 75 миллилитров в баночке решили почему-то не выпустить крем. Ну, ладно, тоже интересно для разнообразия. Что ж, все, тюбики да тюбики. Так, дальше. Давайте покажу сразу подарок за заказ. По-моему, за 1500, что ли, 1500 можно было заказать. Ну, что-то мне прям вылетело из головы за 100 рублей, что ли. Гляну. Шут-фактуре. Кстати, шут-фактура только сегодня утром появилась уже, когда заказ, можно сказать, на почте меня ждал. Тогда шут-фактура только появилась на сайте. Я 2 дня смотрела, все не было. Да, за 50 рублей. Приз-сюрприз. Вот, мне все интересно было, что же за приз-сюрприз. И вот такой вот приз-сюрприз. Смотрите, огромный такой гель для душа 500 миллилитров счастья с ароматом граната и фрези. Я почему-то сначала подумала, что это перепутала с этим. Как же его называют? Что-то вылетело из головы. Ну, розовый, в общем, с розой-то был. Ароматерапия тоже, по-моему, какой-то. Как? Что-то пленутром помнила, сейчас забыла. Аромат счастья, что ли, или что-то такое было. И второй подарок. В общем, по 25 рублей они мне вышли. Это тридцаточка туалетной воды мужской мэн. Классно вообще. Я даже не знаю, чем она пахнет. Я хотела, чтобы мне хоть в кои-то веки и мужская какая-нибудь вода попалась на подарок кому-нибудь из близких. Вот так вот выглядит. Ну, приятный, кстати, аромат. Многим он нравится. Простенький такой флакончик. Мне кажется, вообще зашибательский подарок. Я очень довольна за 50 рублей. Просто праздник какой-то. И еще можно было тоже какая-то акция. Сначала мне, кстати, пришло сообщение, что можно заказать тоже, ну, типа подарок там, набор, и тоже, по-моему, от 1500, что ли, заказы за 130 рублей. Предлагалось, по-моему, 3 набора на выбор. Я выбрала вот такой вот, подумала, почему бы и нет за такую цену. Во-первых, маска «Абсолютное питание» с маслами органа и кокоса. Они ее сейчас перевыпустили в огромных банках. Ну, вот, классная маска, я ее не раз уже брала. И вот такое вот, вот такая двухфазная сыворотка спрей «Роскошное питание». Как раз волосы сухие, осветленные. Тоже подумала. Ну, я как-то смотрела, думала, все купить, не купить. Ну, вот получается по 65 рублей, почему бы и нет? Очень даже и да. Мне охота оленя загораживать. Ну, ладно. Из большого вроде бы все. Осталось тут парфюмерия. Ой, извиняюсь, что-то кашель внезапно напал. Аж напугалась. В общем, малютку Attraction у меня заказали 10 миллилитров. Ну, я не буду доставать. Тут и так такой флакончик. Ой, даже, говорю, коробочка, что отпечатки остаются. Тоже -то все вот облизываются у меня на эту водичку и на 30 миллилитров. Смотрят, смотрят девчонки. И дорого все. И вот одна девчонка в кавычках решила себе мини-версию, в общем, взять. Я из распродажи заказала себе. Распродажи, кстати, сейчас такие хорошие. Тут так много всего, и декоративка, и ароматы. Вот туалетная вода, слива и фундук серии Инканта. По распродаже стоила 399, мне со скидкой вышло 339 рублей. Все запечатано приходит. Сейчас эти водички уже по 1000 рублей. Ну, вот новинки, которые выходят. У меня есть ежевика и мускус. И розовые букеты кашемир. Я очень люблю сливу Уэйвен.
в ароматах. Она просто всегда такая замечательная у них. Вот. И я думаю, ну за такую цену почему бы и не взять такой вот флакончик. Надеюсь, мне понравится. Я брала спрей, по-моему, из этой серии. Ну, только спрей брала. Ой, приятный аромат. Ну, кстати, он довольно-таки яркий. Не слабенький такой. А мне почему-то... Ну, нет, наверное, это слива. Даже показалось, как будто вишня. Нет, наверное, слива так ярко прям. Слива. Фундука не чувствую, слива очень даже. Так. Ой, выветривается вообще прикольно. Ну, кстати, вот на зиму сейчас как раз будет вообще классно, мне кажется, этот аромат. Так, какой-то пробник мне еще пришел. Это что такое? А, Soft Musk. Еще выходит же новиночка. Я заказала пробник. Не стала целый брать. Ну, я не очень люблю такие туалетные водички. За 15 рублей. Думаю, что же за пробник-то? Ой, что-то он потек, видать. Мокрый. Ну, кстати, приятный. Цветочно-фруктовый аромат. Красные ягоды, ревень и мускус. Приятный. Такой нежный. Хорошенький. Даже его распечатывать не буду. Тут все обутало. Приятный аромат. Я думаю, тоже многим понравится. Да ё-моё. Так, дальше. Из чужого. Заказали у меня вот такую вот тушь для ресниц мультиэффект. Сейчас покажу в каталоге. Мультиэффект. Из серии Color Trend. Тоже долго выбирала что-то у меня. Блин, понятное дело, что у людей денег особо нету. По 400 рублей туши заказывать. Не все хотят. Вот такую тушь. Так, подождите, почему мультиэффект? Что, она мне неправильный номер, что ли, сказала? Да нет, вроде красная. Вроде она мне вот эту заказывала. 0,71. А где тут артикул, наверное? Нету. Я смотрю, вообще на помаду смотрю. Ну, я не знаю. Должна быть вот эта тушь. Но, по-моему, вот эта пришла. Судя по тому, что фиолетовая она. Странно. Секунду, сейчас посмотрю в накладной. Ладно, разберусь. В накладной стоит вот это вот, правда, мультиэффект. Ну, может, я что-то перепутала. Мне почему-то казалось, что я вот эту заказывала. Я еще думаю, видела она или нет, что водостойкая формула тут. Ну ладно, вроде мы про эту тушь и говорили. Может, она мне неправильно код написала. Хотя тут все на разных страницах, я даже не знаю. И вот подешевле хотела тоже в этом каталоге заказать. Была помада Фаворит. Тоже заказала она у меня вот этот оттенок нежная роза. У меня его нет, поэтому показать свотч открыть не могу. Так. Я хотела себе еще вот этот Марсала оттенок. Но в следующем каталоге будет тоже интересная акция. Там будет еще дешевле, по 99 рублей помада. Но мы с вами потом каталог полистаем. Все это я вам покажу, расскажу. Так что вот. Ну и теперь мое. Самое долгожданное. Кстати, палетки не было опять на складе. Мы тут с девчонками никак не прорвемся. Никто не может заказать расхваленную палетку. Вот эту вот коричневую. Здесь и цена была классная вообще. 459 рублей. Но он вообще у меня так и не пробивается код. Пишет, невозможно заказать товар в рамках данной компании. Зачем тогда печатать в каталоге? И выходит у нас новая палетка. Я уже здесь не растерялась. За... Уже такое новогоднее, короче, коллекция, дизайн. Палетка «Волшебное мерцание». 17 грамм, 639 рублей. В следующем каталоге
Она будет стоить 1200 аж, вы представляете? Вот так вот выглядит коробочка. Сейчас откроем. И я не могла пройти мимо. Сейчас наконец-то Эйвен научился нормально делать тени. Уже не такие они блеклые и никакущие, как раньше, а очень даже вполне приличные. Ух ты! Смотрите, какая классная коробочка. О, тут зеркала нет, сэкономили на зеркале. Здесь обычный спонжик. Такой дешевенький, но оттенки вроде как красивые. Давайте смотреть. Конечно, вот эти вот, может быть, и не пригодятся, хотя у меня вот платье такого цвета есть. Почему бы и нет? Я больше вот из-за этих вот брала, из этой гаммы. Ну, давайте посмотрим. Что-то я не тем пальцем начала. Ух ты. Вот это вот пластик даже, я думала, картонная, наверное, сама крышка, вот верхняя часть. Тут вроде давайте вот сюда. Так. Этот не видно. Ну, что-то матовые вообще слабенькие. Что-то я не в восторге пока. Вот этот красивый немножко как-то дуохром даже. Так уже отсвечивает. Такие четыре. А, вот пятый. Это я забыла. Я вам сейчас маленько притормаживаю. Что-то сегодня с ночной смены не поспала толком. Ну вот, видите, какая пигментация, конечно, так себе. Поэтому это тут в пяти пальцах запуталась. Ну, бывает. Ой, столько тут насыпалось у меня теней с этого сводча. Этот красивый. Красивый. Серый. Ну, вот, в принципе, как бы она такая разнообразная. Здесь, смотрите, и серые, и такие какие-то коричневые. Вот этот матовый. Ух ты! Вот это да! Хочу туда и синий. Ой, фиолетовый вообще никакущий. Где он тут у меня? Здесь еще кое-как набирается. Тут сами видите. Синий, кстати, тоже не такой уж и вау. Ну, короче, так вот, наверное, покажу. Вот мне больше всего зеленый понравился. Вот этот неплохой, вот этот. Ну, вот этот тоже. Ну, как-то слабовато, мне кажется. Я ожидала большего. Теперь я задумаюсь, нужна ли мне та коричневая. И правда ли она такая хорошая? Смотрите. Остался след. И от синего тоже. Чем их стирать-то с глаз, если так въедается моментально пигмент? Вот такая вот палетка. Ну, я не могла не купить, честное слово. Ну, как так? Как так? Да ё-моё. Волосы эти кошачьи, шерсть, вернее, везде. На магните она. Так, в принципе, выглядит прилично. Ну, ладно. Конечно, ну, за 600 рублей еще куда ни шло. Но за 1200 я бы очень расстроилась, если бы я ее купила за 1200. Так что имейте в виду. Также в этой же серии выходит, ну, я имею в виду, в новогодний. Выходят 4 новых глубоких оттенка помады бестселлера. Увлажняющая матовая помада Ультра 189 рублей. Хотела я сначала один заказать, в итоге два заказала.
Так, оттенок какао и сливки. Вот он. Здесь уже он какой-то розовый. Если он будет розово-коричневый, мне такое понравится. Ух ты, я думала, будет блестящий футляр вот такой вот, а тут просто как пленка наклеена. Ну, это так себе, если честно. Вот здесь-то тоже наклейка наклеена, кстати, и здесь. Ну, цвет красивый. Нюдовый такой. Мне очень нравятся эти помады, вот новые ультра. Они действительно увлажняющие. Красивый нюдовый цвет. Так, это раз. И искушенный розовый. Я думала, блестящие будут. Здесь-то видите, основание, ну, матовое, что понятно было, что матовая помада. Ух ты, тоже красивый такой цвет. Искушенный розовый. Ну ладно, помадами я больше, конечно, довольна, чем тенями. Но тем не менее. Из серии этой люкс я ничего не стала брать, потому что даже и по фокусу цены бешеные, а в каталоге так там вообще по 600 с лишним рублей, вот тушь, например. Так, что я тут еще? Ну, по-моему, я больше ничего не брала. Вот пробник, только из фокуса и все. И последнее, что было в моем заказе, это румяна. Румяна Avon True, серия, оттенок Classic Aura. Сейчас скажу, какой-то там розовый. Вот я все в поисках. А, розовый букет. Перевод. Я все в поисках румян. Ну, оттенка такого, какого мне хочется. Не знаю, может, угадала. 4 грамма здесь. Холодный розовый. Матовые они. Ну да, в принципе, вот здесь угадала с оттенком, а то в прошлый раз взяла. Мне нравятся эти румяна. Вот эти, кстати, вроде и не сыпятся. Ну, вообще-то надо кисточкой пробовать. Можно наслаивать, можно легкий такой румянец сделать. Мне нравятся уже, вот у меня сейчас есть персиковые. И до этого я одни использовала полностью, не помню, какой оттенок был. И терракотовые были всякие разные, в общем, потому что они уже давно в Avon выходят, такие румяна. И я уже не раз их брала, мне очень нравится. И качество, и оттенки красивые всегда, такие носибельные. Ну вот, в общем-то, и все. Еще раз покажу сводчи. Так что, ну, не знаю. У Avon лучше тени. Можно купить за те же деньги 100 раз круче палетку, я вам скажу. Ну, вот это вот вообще безобразие. Наслоила. И чё? И где? Эти тоже никакущие. Не знаю, в общем. Макулатура в этот раз пришло. Я думаю, что такая коробка тяжелая? У меня вроде столько всего нет. Смотрите, какая интересная штука. Впервые в Avon. Бестселлеры The Body Shop за заказ в декабре. Можно будет заказать со 2 по 29 декабря. Вот за заказ там от 2,5 до 5. Один. Сияющее масло для тела британская роза. От 5 до 10 тысяч 2 продукта. От 10 тысяч. А, ну тут уже вот 100 рублей, 150 и 200 рублей. Ну, у них продукция довольно-таки дорогая, вот это вот The Body Shop, поэтому, ну, я думаю, что на один-то хотя бы я заработаю. Классно, что-то новенькое, интересненькое. Вот такие вот каталоги пришли, это мы все с вами полистаем тоже чуть позже. Обычные каталоги, декабрьские, что-то почему-то 3, я вроде 2 заказывала. Фокус. Распродажа целая куча. Еще вот такой вот сейл Christmas.
Тоже все посмотрим. В общем, тут, наверное, только 2 килограмма макулатуры было. Ну, вот такой вот у меня получился небольшой, но интересный заказ. Я так подумала тоже. Ну, и что я сейчас этих пен наберу опять 10 штук. И тоже же это все место занимает хранить. Думаю, если что, даже можно будет потом просто по распродаже уже покупать. Все равно их за раз-то все не использую. Подешевле брать, да и все, что сейчас хапать это все по бешеным ценам, по 10 штук. Вот, ладно, надо, в общем, мне с тушью разобраться. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.